Друзья, в нашем магазине есть определенный выбор мини-баров, различных подставок для вина, украшений стола для сервировки. Чем благороднее вино, тем изящнее и изысканнее, наверное, должна быть его подача. Мы сейчас не говорим о подаче, мы говорим о мини-барах, но, в общем-то, эти понятия сопряжены, поэтому сегодня хочу вам показать вот такой вот ретро-автомобиль, сделанный из дерева, сделан, что немаловажно, в Украине, вот, украинскими мастерами. Сделан из ясеня. Может быть, фотография или даже это видео не передаст всего качества, тонкости, скрупулезности, даже я бы сказал, этой работы. Вот. Ну вот поближе, наверное, я вам сейчас немножко покручу, а вы поближе его посмотрите. Значит, сделан из ясеня. Ясень протонирован, очень однородно, скажем так, получилась такая вот. Очень темная благородная окраска. Порода ясень достаточно твердая, вот, и при вот такой вот качественной обработке вы сами видите, насколько кузовные детали, детали экстерьера этого автомобиля сделаны четко, качественно, ну, в общем, как говорится, без сучка, без задоринки, извините за каламбур. Значит, как это работает теперь? Вот у нас есть бутылка вина, я хотел вам показать. Вот здесь вот есть, в общем-то, капотный знак, так называемый. Вот его можно открутить. Очень такая вот плотная многовитковая резьба. Вот этот капот немножко сдвинуть назад, он так снимается. И туда можно вложить бутылку вот вашего там благородного, выбранного вами благородного напитка. Вот таким вот образом положить и до момента застолья, может быть, вот таким вот образом его там и оставить. Значит, также закрутить резьбу можно. Вот я не буду сейчас делать это до конца. Вот в таком вот виде, в общем-то, этот мини-бар в собранном состоянии, с находящейся внутри бутылки, и работает. Потом можно этот автомобиль уже выведет на стол, как бы, и тут уже начнется процесс изъятия этой бутылки. Ну, мое дело вот показать вам этот автомобиль, вот этот вот старинный родстер, кабриолет, значит, показать его со всех сторон и сообщить, конечно же, его геометрические характеристики. Длина его 56 без малого сантиметров, значит, могу даже клиренс сказать 4 сантиметра, вот, и высота вот самой высокой точки, если брать лобовое стекло, 21 сантиметр. Вот такая вот замечательная вещь, сделанная из ясеня, сделанная мастерами в Украине. Спасибо.